А вот жить по правилам наших предков, которые считаю, я сам пришел к этому, но повторюсь, считаю правильным. Жить по правилам наших предков, когда нужно уважать того, кто достоин уважения, помогать тем, кто достоин помощи, и любить тем, кто достоин любви, я считаю, я сам пришел к этим принципам, знать своего собственного опыта, но и потом прочитал это в славянских ведах и был удивлен, что такой совпадный резонанс. Вот принцип, вот эти считаю правильными. Не любить всех подряд, кого не лень. Крокодила любить тоже нужно, он тебе оттяпал руку. Ты, ой, бедный крокодил, ты, видно, такой голодный, вот тебе на вторую руку, да? Вторую руку оттяпал, ох, бедный крокодил, ты еще не наелся, тебе мало одной руки, и второй мало, на тогда и мою голову, да? Это тоже любовь, да? Помощь, да? Ну, даже накормить крокодильчика, да? Крокодильчик кушать хочет. Вот я против такой философии. А именно такая философия навязана нашему народу сейчас, продолжает навязывать, не только нашему.